Лодку большую прадед наш решил построить для внуков. Строил всю жизнь, но не достроил ее тот прадед наш, оставил нашему деду. Ждали мы этой лодки, не дождались. Победа! Лодку большую наш отец решил достроить для внуков. Строил всю жизнь. Мечтали, друг мой, тогда на лодке той пройти с тобой вокруг света, но мечты разлетелись. Наши мечты не стали мы строить целый корабль. Победа! Равенство! Сын мой, настанет час такой, что ты проснешься с рассветом на корабле. И встанешь твердо на палубе лицом к океану жизни, и в тебе воплотятся наши мечты. Счастье твое в грядущий мир он придет, придет для всех людей. Thank you.
31, 32, 33, 34. Пятьдесят три, 54, 55. Ну и нервы. Ну что вы здесь собрались? Делать что ли нечего? Ох, Василий Антонович, дел столько, что и подумать страшно. Какие там дела? У нас делишки, вот у Забелина дела. А что? Отлупит он тебя когда-нибудь, Василий? Ничего, пусть учится. Хватит шашкой-то махать. Ну, помахать, я думаю, еще придется. Да, махать хорошо, когда лицо видишь. Вот я тебя сейчас вижу. А когда все... Тяжело, ребят. Вот счет аренды мучного склада получено задаток. 50 рублей. Еще, Андрей Тимофеевич, у нас имеется счет на закупку фуража. Значит, овса на сумму 700 рублей 90 копеек и сена на сумму 120 рублей 10 копеек. Кроме того, еще есть счет в страховой кассе. Мы уплатили 700 рублей и пени еще. 14 рублей 20 копеек. Извиняюсь, 18 копеек. Вот она моя бумажная могила! Зарыли! Закопали славного бойца-кавалериста! А? Ну что ты на меня глядишь, дедушка? Дебет-кредит? Соль-то мой! Не могу больше, а? Мыльников, зайди к Мишланову. Иду. Да что, здрасте. Привет. Конечно, жалко. Ну, все понятно, Лига наций. Ясно, о чем сколько они ждали. Сколько собрано? 526 тысяч золота. Будем отправлять. Как? А что я могу? Вагон бронированный. Пулемет. Два. 50 человек. Что, мало? Так нет же больше. Да знаем, что нет. Банда Брылова, говорят, опять появилась. Ой. Все, спасибо, Тамара. Поедут Грунько, Дмитриев, Лемех и Егор Шилов. Они будут отвечать персонально. Шилов главный. Меня пошли. Очень прошу, Василий Антонович. Грунько, Дмитриев, Лемех и Егор Шилов. Что повезут золото, должны знать только они.
Из охраны больше никто. Егор сделает все как надо. Как вам известно, товарищи, весной этого года отрядом Борисова была разгромлена банда атамана Соловейка. Так вот, при ликвидации этой банды был убит казачий сотник Федор Шилов. Как потом оказалось, родной брат Егора Шилова. Ну и что? Как ну и что? Мы везем драгоценный груз. Все должно быть чисто. Я против Шилова. Вот так. А, собственно, что вы смеетесь, товарищ Лепять? Да я с Шиловым 3 года в одном батальоне. Да я с ним! Да вы что? Егор от брата сам по себе! Да, но ведь... Так ведь можно все, что угодно оправдать. Не знаю, может, я не прав. А вы что молчите, товарищ Кунгуров? А вы что от меня хотите? Тут должны все решать. Много людей оказалось по разные стороны. Сыновей, отцов, братьев много. А то она и революция. А Егор Шилов это... Это... Боец. Я за него ручаюсь. Ну, в общем, давайте голосовать за всех сразу, а то мне еще в депо ехать. Кто за? Против? Воздержался? Все. Сегодня 15-е, послезавтра 17-го идет поезд на Москву. К нему и прицепим бронированный вагон. Все. Нет. Что нет? Брошь курить. Сердце что-то побаливает. Ой. А Коль-то у нас воздержанный стал. А ты сядь на мое место, а я посмотрю. А, да, да. Посмотрю, посмотрю. Махнемся, не глядя. Ты деньги считать. Я контру ловить. А? Патронтаж забыл. Повезете золото в Москву. 17-го, 6:30 вечера. У вас почти 2 дня в запасе. Советую отдохнуть, выспаться и еще постарайтесь никуда не отлучаться из дома. Поедете в бронированном вагоне, за золото и ценность несете персональную ответственность. Все ясно? Все. Вопросы есть? Нет. Задание, Егор, трудное, очень. За золото отвечаешь лично, ты. Ты что? Все будет хорошо, Николай. Прощай, радость, жизнь моя. Знаю, едешь без меня. Ты знаешь, я на губкоме. За тебя не голосовал. Даже не знаю. Совсем дёрка на стол. Знать один должен остаться, тебя мне больше не видать. Сам я знаю, почему ты, девчоночка, меня, ты одна.
Скоро будет, скоро будет. Вот и хорошо. Здесь все. Держите в одном состоянии до приказа. Шприц? Я же сказал, здесь все. Ай, извините. Послушайте, не понимаю. Зачем все это? Ведь после операции могу уходить из ЧК. Совсем. Куда ты лезешь, Воняев? Нет. Опять вы за свое. Я Ванюкин. Воняев. Иди. Послушайте. Я сделал все очень хорошо. Честное слово. Беги сюда, у нас соседа убили, Шилова! Да знаю, знаю, бегу! Я закончил. По всему телу видны следы пыток. Лицо изуродовано до неузнаваемости. Давай. Убит двумя выстрелами в затылок. Унесите, вы свободны. Саша. Все, все, Василий Антонович, все, ухожу. Ну что? Понимаешь, Золото в сейфе? Лицо... Золото в сейфе, ты проверял? А ну, быстро! Степан, приезжай в ЧК, вызови Грунько Дмитриева Лемеха. Ты меня слышишь? Слышу, слышу. Вместо Шилова пойдешь ты. Угу. Ну, а ты что стоишь? В первый раз, что ли? Не могу я, Василий, на эту должность. Не могу. Мне бы в армию или на завод. Да вы что? Я тебе покажу завод. Да вы что? Я вам не дам, я вас... Золото будем отправлять сегодня же. Только сегодня и без всякой охраны. Ты меня понимаешь? А бронированный вагон останется на станции. У всех на виду. Понял? Пусть те, кто убил Шилова, думают, что мы задержали отправку золота. Ты меня слышишь? Слышу. Немедленно отправляйся на станцию и распорядись.
Может, и Егор был бы жив. А? Сердце что-то ноет и ноет, ноет и ноет. Неспокойно как-то. Курить бросай. Брошу. Что, ребят, спят? Спят. Купе все закрыты? Закрыты. Даже мешочников на крыше нет. Краска, блин. Как буржуи едем. Послушайте, Лебедев, вы случайно губы не красите? Крашу, крашу, успокойтесь. А, дела. Господа, идет. Все готово. А? Семафор. А? Ступайте на место от стрелки не на шаг. А, понял. Господа, помните, от начала до конца операции не более 4 минут. Иначе мы все рухнем с моста. Сигнал «Белый маяк». Имейте в виду. Я не кончил, господин ротмистр. Оставьте, штабс-капитан. Здесь не дети, мне все ясно. И потом там эти колонны, как в солдатском бардаке. Ну что, пора? Он здесь идет медленнее. Красный вон тут раньше никогда не останавливались.
все сделал. Чисто, чисто. Спасибо. Спасибо. Триампулы сделал, да, уже. Без сознания лежит все время. Выпускай. А, понял, понял, понял. Ясно. Ясно. Сосед. Сосед, сосед, сосед. Выпускать так выпускать. Надо заниматься, дорогой мой, делом. Все, Геноцвали, все. Все, пора. Где?
Как вам? Как кто? Ротмистр Лемке, воевал в дивизии Капеля. Куда ехали? Пробираюсь из Читы. Хочу убить красных. Благодарны это занятие. Бить красных. После сегодняшнего куша? Какой там куш? Барахло, тряпье. Ну, поехали, поехали, поехали. Поехали, слушайте, поехали. Я бы хотел мне... Ну, присаживайтесь. Угощайтесь. Случилось на перегоне Дровка Березовая. Около 7 часов утра, видимо. И Саул ушел. Может, совсем. О Лепягине и товарищах ничего не известно. Вот. Андрей Тимофеевич! Уйди! Уйди! Я вас сейчас заживу! Счета надо подписать, Андрей Тимофеевич! Пятый день жду! Ты чего стоишь? Иди сюда! Нужно срочно формировать отряд. Теперь Брылов уйдет совсем. Ну что? Что стоите? 500 тысяч! Егора убили! Лепягина! А вы стоите по коням! Алеша, звони! Остынь, Андрей. Остынь. Неспроста все это, товарищ Сарычев. И Шилов, и брат его сотни. Неспроста это, Василий Антонович. Неспроста. Шилов мертв. Нагибаться, заподпружиться. Испугались. Вы знаете, а я вам не верю. Совсем. Отчего же? Не знаю. Господин Ясаул! Послушайте, если бы вы получили деньги, много, 500 тысяч рублей золотом, а? Что бы вы сделали? Не тот мой. Григорий! Мама тоже убьешь. Глаз с него не спускай, понял? Голову отверну. Привет. Нет, ребят, я все-таки не понимаю, как это может быть, чтоб человек вообще ничего не помнил. Может, и пьяный был. Может, выпил, а? Я не пил. Так а как же ты на том дворе-то очутился? Ведь 3 дня прошло, а говоришь, не Андрей, пьяный, ведь... Не лезь. Ну, хорошо, Егор.
А документы твои где? Партбилет? Не знаю. Ничего не помню. Ничего. Куда же он? Я же не... Андрей, я... не лезь. Ну все, тихо. Начнем все сначала. Давай, начнем все сначала. Значит, ты пришел. Да, друг, да? Да, я пришел. Угу. Револьвер где у тебя был? Револьвер у меня всегда под подушкой. Возьми мой, да. Положи под подушку. Может, что-нибудь сможешь. Сейчас. Начнем все сначала. Нет, ребята, ничего не помню. Хоть убейте. Ничего. Да тебя уж раз убили! А вместо тебя другого подложили! А потом Лебягина убили! Дмитриева, Лемеха, Крунько! Из-за тебя! Золото ограбили тоже из-за тебя! Слушайте, слушайте, он вам врет! А вы слушайте! Не помню, не знаю! Что Исаул знал, когда пойдет поезд, что в нем повезут. Откуда он мог знать? Да ты что думаешь, что? Егор, я... Егор, ну ты же не помнишь ничего. Ты же ничего не помнишь. Мог по пьянке ляпнуть. Ну не пил я, сколько раз можно тебе говорить? Не пил я! А где же ты трое суток? Да послушай ты, ты меня! Бегай! Пусть он уйдет! Что же вы, ребята, делаете? Нельзя же так. Нельзя. Нельзя так.
Ну, зачем же ты? Ну, зачем? Что мы не верим тебе? Нам правду надо знать. Что? Что? А я? Я что, не хочу знать? А вы? Вы? Скотину гонит. На станции, что ли? Ага. Грузить голодающим. Ну, пошло. Ну! Давай. Нужно выйти. Куда это? Подожди. Ты что, раньше не мог? Раньше не хотел. Не положено, терпи. А? Терпи. Так, не могу его больше терпеть. А я что могу сделать? Сережа, притормози, пожалуйста. Не позорьте меня, ребята. Я правда терпеть больше не могу. А? Алеша, проводи. Ладно, идем. Только быстрее давай. А? Быстрее говори. А, хорошо. Куда? Ну, не на улице же я буду. Эй! Сейчас. Эй! Стой! Стой! Ты меня, Алешин, прости. У меня другого выхода нет. Меня сегодня возьмут. И расстреляют. А мне еще правду узнать надо. Эх, Алеша. Я... Ай, моя гитара милая, да разгони ты. А я в это не верю. Не верю! Нет, не верю.
Здравствуйте. Добрый день. Ну что, поговорим? Конечно. Кто это? Ты кто? Кто ты? А? О! А! Ну что вылупился? Ты кто? Шилов Егор Петрович. Чекист? Чекист, чекист. Нехорошо, Шурик. Совсем нехорошо. Отъедем. Ну что же это такое получается-то? Я золотишко собрал, приготовил, а ты все себе захапал. Хорошо, Шурик, старших обманывать. 500 тысяч в поезде везли? Везли. Поезд ты грабанул? Ты, а? Я все сделал, а ты делиться не хочешь. Нехорошо, Шурик, совсем нехорошо. Что же делаешь-то, а? 500 тысяч в банде, а ты молчишь. Сам решил хапануть, а? Ах ты, сволочи ты здесь. Ну, смотри у меня. Это тебе за сволочь. Золото где? Здесь где-то. В Чековаше копался? Аж. Фамилия? Пошел вон, хам. Это тебе за хама.
фамилия? Хам. Убью тебя, паскуда. Нет, дорогой, ты меня не убьешь. Ты меня теперь беречь будешь. Нашего человека в ЧК знаю теперь только я. Да. Хорошая у нас компания. Послушайте-ка, послушайте, это все ваше дело, это ваше дело. А вот что касается золота, больше никому ни слова. Иначе, если мои орлы узнают об этом, могут быть неприятности. Зачем нам это надо? Договорились. Спокойно, да. Спокойно, Ванютин. Излагайте все по порядку. Да, да, хорошо. Я его не знаю. Я его даже в лицо не видел. Да, я его не знаю. Господа офицеры видели. Я как же вы исполняли поручение? Только по телефону. Да, по телефону только. Вот, вы знаете, да, да. Или через господ офицеров. Они все погибли, все. Вот. Ой. Вы знаете, может, и Саул их захватил. Значит, да. Кто-нибудь из них может выйти к вам на связь? Может, может, может. Какой наркотик вы кололи, да? Шилову? Вы знаете, я не разбираюсь. Они принесли ампулу, шприц. Вас спрашивают, какой наркотик вы кололи. Я говорю, шприц, ампулу принесли. Я человек маленький. Ну вот что, Ванюкин. Да, да, да. Вы понимаете, что у вас нет выхода? Я сам пришел, сам. Товарищ Шилов велел, я пришел. Утром вы поедете на станцию. Да. И будете ждать кого-нибудь из господ офицеров. Ага. А потом сообщите нам. Вы меня поняли? Понял, понял. Вы меня хорошо поняли? Очень хорошо. Очень. Уведите. Да, я пошел. Сейчас, минуточку. Простите. Ну, Андрей, видать, и ты дождался. Меня с головы не возьму. Алексей, давай ребят собирай. Эскадрон, становись! Катя! Катюша! Андрюша! Прощай, радость, жизнь моя, знать, уедешь же без меня. Почему шашка справа боку? Так я же левша, товарищ. Ничего не знаю, устав нужно блюсти, так? Ты чего такой суровый? Да мунштук где-то посеял, черт, отстань ты от меня, ну что? Давай начинать. Есть. Отец. Ванюшка, иди сюда, здесь виднее. Ну-ну. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Эскадрон, становись! Давай! Бойцы! Грозные альбатросы революции! Еще прячется по углам недобитый враг! Еще крадется! По темным закоулкам нашей революционной родины черная измена! Еще появляются на ее многострадальном теле подлые змеиные укусы,
но мы всегда на страже! Защитим до последней капли нашей красной рабочей крестьянской крови! Эскадрон! За мной! Рысью! Что случилось? Что? Ночью в камере убит Ванюкин. Что? Охрану я допросил. Чужих никого не было, только свои. Здравствуйте, дядь Коля! Кто? Здорово. Кто? Ну, не разбей. Я заходил, я. С начальником охраны чай пил. Чай пил. Коля! Да. Что с тобой? А что со мной? Со мной ничего. Со мной ничего. Простите, я хотел добавить. Видимо, когда убийца вошел, Ванюкин проснулся и вскочил. Убийца кулаком оглушил его, на правой стороне лица сильный кровоподтек, а уж потом он его ножом. Вы свободны. Спасибо, Григорий Христофорович. Подкидывай! Ну, давай, ну, будь она все проклят. Правой. Лови! Ты что? Ничего. В камере Ванюкина. Это же Забелина. Шайтан!
Твоя? Мой. А золото где? Пойдем. Покажешь. Ай, конь, конь. Я конь жалел. Бай, собак! Витёком чё бил? Твой отец бай. А? Какая бай? Каюм жениться хотел! Деньги не был, колым платить! Папка старый мне. Старый! Мамка старый! Юрт совсем худая стал! Должник мимо крыши копыт! Халат... Халат не был у меня. Халат не был, честное слово, у меня халат не был. Каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил. Конь, конь, конь! Конь держал, конь держал, конь! Давно уехать надо был, конь держал, конь болел, конь залил. Ну, хватит! Где? Забирай, шакал. Положи пока на место. Если бы я плавать не умел, потонул бы, лопух, и все дела. Ты зачем меня спасал? Я тонул, себе золото не брал. Себе, себе только и знаешь, себе-то за что. Эх, темный ты человек. Бая собакой называешь, а сам баем хочешь стать. Наберешь батраков, будешь их нагайкой лупить. Будешь. Это, брат, марксизм. От него никуда не денешься. Наука. Эй, а как знал, что золото у меня, а? Цепочка-то с баула. А вот ты знаешь, что у тебя сейчас на голове рога растут? У всех, кто своих же братьев, бедняков грабит, у всех на башке рога вырастут. Понял? Ой. Стыдно, брат. Стыдно. И нехорошо. Какой такой ты? Я тебя убить хотел, ты меня спасал. Ты брат теперь мне, вот. Ну, горялку мою верни. Да я не брал. Так вот, дай. А что, нашел золото?
опять обожрался. Значит, так, отсюда уже 25, ваше благородие. Ну, собственно, не 25, там, где объяснено, там такая излучина и деревня Рассохи. Отряд, отряд сабель 300 примерно. Там, может, не 300, там, если бы, есть тачанки. Ну, и просто вот при свидетеле я могу сказать, что ничего нельзя гарантировать. Ничего нельзя гарантировать. Если отряд прижмут к реке, по-моему, крышка. Крышка. Если прижмут... Крышка! Если нас к реке прижмут, то всем крышка. Лошадей готовь, слышишь? Ну что ты радуешься? Что ты радуешься, Балагур? Хочешь, чтобы нас всех перебили, да? Ты этого хочешь. Слушай, Лемке, пора комиссару кишки выпускать, а? А потом тебе. Что? Во-первых, у меня насморк. Когда затыкают рот, совершенно нечем дышать. А во-вторых, еще раз повторяю, что ты хам и дурак. Ты можешь забить меня до смерти, но нашего человека в ЧК я тебе не назову. Только за золото. Понял? Послушай, ну хватит дурочку валять. Поделим поровну и разбежимся, и забудем, как сон. Ведь у тебя больше червонцев в кармане никогда не было. А тут 250 тысяч. Пойми. Я не виноват! Сокол! Что? Убей его! Бронь башка! Он про золото знал! Исаул сказал! Исаул золото! Ать! Пошел плось! Пошел усол! Исаул, понимаешь? Я не виноват! Исаул, он меня избил! Куда? Куда он уехал? К мосту! Когда? Как темнело! 5 часов скачет! Река! Плод надо, командир! Дерево надо! Дерево надо, быстро догоним, командир! Река! Ой, ой, как он избил! Он хотел меня с собой взять! А вот избил, я не виноват! Брод узкий. Прижмем к броду. Накроем пулеметами. И все. Сколько время? Рано еще, рано. Пора. Самый раз.
Солнце глаза не вижу. Ну-ка, дай-ка мне. Эти игры не нравятся. Я сторона нейтральная. Вы сражаетесь, а я... Подождите, подождите. Потерпи, ротмистр. Немного осталось. А? Ты давай в обход справа, а я по краю обрыва отвлекать буду. А? Давай. Скорее бы в эту дружку. Ухлопали. Лежи смирно. Ненормально. Шилов. Кажется, конец. Конец! Назад? Куда? А ну назад? А? Что? Назад, назад! Щенок! А ну развяжи мне руки быстренько!
Ах ты дрянь! Да я из-за этого золота 100 раз под смертью ходил! А ты, пакостник, ублюдок! Нет, Арасиль, а ну брось свою игрушку, дурак! Да я тебе сейчас уши надеру! Что ж ты меня на себе понесешь, что ли? Понесу. Жаль, меня Исаул не убил. Тот ты переживал бы. Слушай, шеф, покажи, столько за ним гонялся. Ну зачем тебе это надо? Ну скажи мне, я хочу знать. Ну скажи, зачем тебе это надо? Ну принесешь. Ну принесешь ты это золото. Ну и что? Ну они же тебя за это же золото и расстреляют, понимаешь? Расстреляют! Вон! Вон же граница! Уходи, не будь же ты кретином! Это надо одному, а не всем! Понимаешь? Одному! Уходи! Такое бывает только раз в жизни! Только раз! Ты пойми! Раз! Господи! Господи, ну почему ж ты помогаешь этому кретину, а не мне? Потому что ты и жадный. А даже Бог велел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть. Мне еще тебя на себе переть. Лови! О, коробок ты левой рукой поймал. Ну что ж, я же левша. Золото было ограблено вашими людьми из подпольного центра. Шило вы убрали и вместо него подложили труп путевого обходчика. Разыгрываешь, да? Сговорились. Ладно, понял. Что вам делать, что ли, нечего? Да? Дурелый день. Но Шилов бежал из тюрьмы и заставил вашего связного прийти к нам с повинной. Тогда вы убили Ванюкина и подложили ему в камеру мундштук Забелина. На, Андрей. Держи. Но мы бы опять клюнули на вашу приманку, если бы не ваша левая рука. Вы ведь левша, да? Да, да. Левша, левша, левша. Вот и в камере Ванюкина вы сначала ударили его левой рукой, а потом уже ножом. Ага, да.
Правильно? Да, 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 правильно. Всех убил. Всех зарезал. Что вам делать, что ли, нечего? Ну, ребят, ну что вы, а? Удумали? Рабочего Никодимова народ знает. Да? Рабочего Никодимова убили 2 года назад по дороге из Омска к нам. Мы вас еще с его женой познакомим. А вот это врешь. Жены Никодимова нету. Правильно. Ваши люди должны были ее убить, но она, к счастью, выжила. Вы этого не знали. Отдаем, ребят! Знать один должен остаться. Ты что? Мне не поверили. Не поверили мне. Ротшильд, Хренов. Ремке! Ремке! Ротмистр! Что стоишь? Уходи. Я умереть хочу, слышишь? Я тебя как солдат прошу. Товарищ командир, что с пленными делать? Отправляйте без меня, обозом. Понятно. Трогай, догони. Есть! Шилова нет. Брылова нет. Золота нет. Это моя вина, Дмитрий Петрович. Я был инициатором по отправке золота. И отвечу перед партией по всем законам нашего тяжелого времени. А Егор...
рассказываю.